Проходите. Добро пожаловать. Всем привет! Меня зовут Любовь, и сегодня я вас приглашаю к себе в гости домой. Ко мне приехали друзья из Вестгауф, и сейчас немножко расскажу о своей кухне и о нашей квартире. Мы купили двухуровневую квартиру, изначально не планировали этого делать. На ремонт бюджет был ограничен, и мы пытались по максимуму сэкономить. Дизайнера у нас не было, дизайнером была я, и мне очень хотелось золотую вытяжку на своей белой кухне. Но когда я стала изучать рынок, все золотые вытяжки стоили там от 50 тысяч. Бюджет у нас был ограничен, и поэтому я стала искать выход. Нашла круглую вытяжку Вестгауф, она была белого цвета, и решила ее покрасить. Но покрасить не самостоятельно, а отдать фирму, которая занимается порошковым окрашиванием. Они мне покрасили, и вот у меня получилась золотая вытяжка, о которой я мечтала. Когда я выбрала вытяжку в фирме Вестгауф, я обратила внимание на другую технику, потому что здорово, когда техника одного бренда на кухне. И мне понравилась индукционная плита этой фирмы. Очень удобная, мне нравится, что ничего к ней не пригорает, она очень легкая в уходе. Затем мне нужна была светлая техника для кухни. Черную я не хотела, и, как я уже говорила, да, у нас был ограниченный бюджет. И опять же, в фирме Вестгауф я нашла встраиваемую духовку и встраиваемую микроволновую печь. Очень мне нравится духовка, сейчас объясню чем. Вот здесь вот на крышке есть такая подсказка, то есть не нужно каких-то книг, каталогов, да, то есть просто вы готовите пиццу, вы смотрите, какой режим вам нужно поставить, какую температуру и так далее. Рыба, пироги, бисквит. То есть не нужно лопатить вот эти вот книжки, да, просто открываете дверцу, и здесь у вас классная подсказка. Мне очень нравится этим моя духовка. Еще хочу вам рассказать про свою встраиваемую микроволновку. Была очень приятно удивлена, что за небольшие деньги она уже очень современная. В ней нет, сейчас покажу вам, поворотного стола, она достаточно большая. И в нее помещаются и пицца, и пирог, вот, если нужно разогреть. Разогревает очень быстро. В общем, мне очень она нравится. Отдельно хочу рассказать про мою любовь. Это стиральная машина. Выбирала ее долго. На самом деле стиральная машина – это первая вещь фирмы Вестгауф, которая у нас появилась. У нас сломалась стиральная машинка, и я давно хотела стиральную машинку с сушкой. И эта модель меня просто сразила наповал. Она стирает и сушит за 1 час. То есть для меня, как для мамы с 2 детками, я мама активная, я веду свой блог, снимаю рум-туры постоянно в разъездах, и, допустим, что-то я забыла постирать, или мне нужна какая-то определенная вещь на съемку, я просто ее закидываю в машинку, и через час она у меня сухая, чистая, готова. В общем, это любовь. Стиральная машинка, которая сушит и стирает за час, это просто мега-супер вещь.